До 25 декабря в областное правительство должно быть направлено решение собрания депутатов о принятии бюджета округа на следующий год. Именно поэтому народные избранники собрались на внеплановое заседание. Сегодня на сессии депутатов рассмотрели 24 вопроса. Часть из них были технического характера, вносящие, например, редакционные правки в принятые ранее документы. Уточнили бюджет года уходящего, но самое главное, приняли бюджет на следующий год. Расходная часть бюджета подробно была рассмотрена каждой профильной комиссией, причем постатейно. Были выработаны решения с вашей стороны. Бюджет напряженный. Действительно, представленный администрацией проект бюджета на следующий год долго и тщательно рассматривали депутаты. Пришлось внимательно расставлять приоритеты, поскольку на многие статьи расходов в бюджете денег просто не заложено. Депутаты искали и возможности сокращения расходной части, прорабатывали варианты увеличения доходов. Тем не менее, многие статьи остались либо незакрытыми, либо профинансированными лишь частично. Надежда на помощь областного бюджета, а также на выполнение или, может быть, даже перевыполнение плана комитетом по имуществу по продаже муниципального имущества или земельных участков.